Всем еще раз доброе утро. Мы благодарим вас за то, что вы просыпаетесь вместе с нами, с телеканалом СТВ. Юрий Царев. Юлия Шпилевская. Ну и, конечно же, настало время будить наших маленьких зрителей, друзья. Тем более, что наши юные и плюшевые ведущие уже в боевой готовности, и мы тоже готовы их поприветствовать. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, ведущие! Привет! Привет, ребята, мы тоже рады вас видеть! Почему это вы рады? Сегодня такой день, а вы рады! Какой такой день, Лёка, ты о чем? День недели сегодня какой? Ну, допустим, пятница. Ой, не допустим, а пятница! Ну, пятница, пятница, и что дальше? Ой, а число какое? Ну, 13-е число. Нет, ты вслушайся. 13-е, пятница, 13-е. Вы его сегодня не слушайте. Он сегодня немножечко не в себе. Да что ты понимаешь? Пятница 13-го числа любого месяца заколдованная. Ну, примета есть такая. В такой день следует быть особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач. Да брось! Я не верю ни в какие приметы, кроме хороших. И вообще все приметы хорошие. Да? Даже если тебе дорогу перебегает черная кошка, это что? Это значит, что день пройдет очень хорошо. А если сразу две черные кошки, значит очень-очень хорошо. Хм. Да быть такого не может, Уго. Потрогай мой лоб. Мне кажется, у меня параскаведикатриофобия. Пара что у тебя? Ну, это страх такой, когда боишься пятницы 13 числа и ничего с собой не можешь поделать. Лёка, ты мне это брось. Если тебе скучно и нечем заняться, и ты тут сидишь и боишься неизвестно чего, я придумаю тебе задание. Не надо мне твое задание. Ты мне лучше разбояться помоги. Хорошо. Ты чего именно боишься? Ну, я просто боюсь. Да уж, помог. Мы сейчас у наших зрителей спросим, как бороться со страхами. Я один раз, мама учила танчика, но все равно так сильно боялась, только с места сдвинулась и все. Ну, сначала боишься, а ты пробуешь, а на самом деле это уже весело, не страшно. Надо просто перестать бояться и попробовать сделать все сам. А я боюсь немножко темноты. Я боюсь динозавров. Надо сказать... Не бойся, друзья рядом, они тебе помогут перебороться в свой страх. Ну, темноты раньше боялся, а уже нет. Можно включить ночник? Я на это смотрю и успокаиваюсь, ну. Страшно мне приливки было делать один раз, мне было очень страшно. Попробовал, наоборот, было еще приятно чуть-чуть. Страх надо не бояться. Я один раз был в лесу, мы потеряли моего девушку боль, у меня их целых две. Я его постарался бы успокоить и сказал бы, что это безопасно, все предусмотрено. Или кого-нибудь позвать. Кого-то из человеков, ну, как будто злого. Страх боится смелых. Ну и мамы с папой ничего-то боятся. Динозавров. Мама боялась танки и разве все равно боится еще. Просто надо над ним посмеяться, и он уйдет.